привет! Наконец-таки я выбралась на море. Долго мы собирались, в сентябре никогда не ездили. А это так неделю собирались, но так спонтанно это все получилось. Быстренько уехали, приехали. В общем, ночью. Что? Все тапки на месте. Ночью приехали в 11 часов. Прошли, прогулялись. Ну, как, практически уже, пока мы место нашли, пока домик сняли. В общем, уже практически было все закрыто. 2 часа мы пришли, обследовали всю территорию. 2 часа пришли. Конечно, платный. В общем, 2 часа пришли, упали спать. Я не с тобой. 2 часа пришли и упали спать. 6 часов малой уже разбудил, говорит, хватит спать. Уже светло, пошли на море. Ну, пока вещи разложили, пока привели себя в порядок, позавтракали и вышли на море. Погода прекрасная, солнышко вот только-только вышло. Водичка теплая, водичка даже, можно сказать, чистая. Но тут этот, как, и камушки, и песочек, и за счет того, что песочек, вода немножко мутноватая. А так, в принципе, водичка чистая. Ну, волнами оно намахивает этот песок, и она такая, ну, как... мутновато. Ну, кроме песка здесь больше ничего нет. Чистенькое море. Погода позволяет, хотя говорили, что будет дождь. Ну, дождя во всяком случае нет. Пасмурно. Ну, погода классная. Будем возвращаться в номер. Покажу, какой номер мы сняли. Жилье, конечно, дороговато. Хоть уже и бархатный сезон, но все равно дорого. Можно себе, конечно, позволить, но мы никогда в эту сторону не ездили. Мы всегда ездили в Голубицкую. Там немножко дешевле жилье, но там песок, там море не особо нравится. Здесь местами камушки, местами песочек. В общем, хорошо. Везде хорошо, где нас нет. Сейчас мы поплавали уже. Теперь идем малому на батуты, попрыгаем. Но пока идем, я покажу все красоты, которые здесь есть. Здесь аллейка такая с гномиками, с белоснежками, Маша тут, ослики. В общем, красиво. Набережная красиво устроена, все в плиточке. Вечером все поливается, чистится. Утром встали. 6 утра было, когда выходили. Здесь уборщики все чистят, моют, натирают, так что придраться не к чему. Тут все для людей, все для нашего отдыха. Тебе нужна панамка? Миша нашел себе транспорт. Что-то у меня нос чешется. Так, здесь где-то был еще фонтанчик ночью. Ну, он не светился, но ночью было красиво. Сейчас покажу, какой. Народу очень много. Хотя, говорят, в сентябре уже народ разъезжается. Все равно народу очень много. Мы в 9 часов пришли на море. Я думала, о, классно, никого нет. Нет. К 12 часам все проснулись, и всем уже места мало на пляже. Так, а вот фонтанчик. Подходим к нему уже. Красивый такой фонтанчик. Я покажу, какой он днем и какой он ночью. Я немножко там сняла, какой он ночью. Сейчас посмотрите, какой он днем.
Смотрите, какой у нас тут товарищ объявился. Уже всю прогулку с нами идет. Сейчас Мишка будет проситься на машинке. Ну вот. На какой машинке? Машинка. Тебя дома не просит. Вон, на мотоцикл. И машинки для тебя маленькие, Миш. Я на мотоцикл. Тебя дома машина нет. Подожди. Поехали на фонтан. Давай. Зашли в кафешку немножко перекусить. Цены, конечно, космические. Очень космические. Ну, методом тыка. Миш, не трогай меня. Методом тыка сейчас тут посидели. Дальше пойдем посмотрим, что там. В общем, у нас до субботы есть время. Обследуем всю территорию, которая здесь есть. И насколько позволят финансы. Гулять так гулять. Цены на коктейли, конечно. Я надеюсь, они хоть того стоят. Кровавая Мэри. Угу. Один раз попробовать можно, но переворачивать, что там дальше. Кофе. Да, кружечка кофе 220 рублей. Обалдеть. 200, 330. Блин, мне из-за такого кофе изжога замучает. Ты будешь? Ну, не только все. Она уже съела. Конечно. Тебя не видно, не переживай. Мне кажется, мы прекрасно так вот и останемся. Деди? Ну, ты так вот и останемся. Денег не будет, не придется за деньгами.
Это вход в наши комнаты. Сейчас вот это вот все пройдем быстренько. Это наша комната, здесь кровать, здесь диван, здесь кровать, тут мы с Мишкой спим, телевизор, так, сплит, шкафчик для вещей, ну и тут санузел. Вполне приемлемая комнатка. Можно жить.